Слава Украине, привет всем от Полонского. Вы, наверное, или многие из вас, или все заметили перебои с интернетом, и особенно, в особенности с Ютубом, и с роликами тех блогеров, которых вы смотрите, и так далее. Вы прекрасно видите, что они выходят не вовремя, выходят с огромным опозданием. Те, что выходят, имеют очень мало просмотров. В чем тут дело? Дело в том, что сейчас со страшной силой глючит YouTube. Кстати, не только YouTube. Насколько я знаю, в некоторых странах страшно глючит телега, глючит WhatsApp и так далее. То есть все, что касается интернета, сейчас в такой, в нехорошей ситуации. Догадайтесь с одного раза, что произошло. Правильно, до нас докатилось вот эхо вот этого ближневосточного конфликта. И вот эти вот нехорошие люди, хуситы, которых некоторые почему-то называют хасиды. Ну ладно, если кто не разбирается в тонкостях этого вопроса, чем хуситы отличаются от хасидов и чем они похожи, но и те, и другие не едят свинину, например. Поэтому что-то общее между ними все-таки есть. Да? Вот. Так вот эти самые паршивцы хуситы, они испортили 4, насколько я знаю, 4 интернет-кабеля, которые шли со стороны в Европы в сторону Индии. Понятно, что кабелей там интернетных гораздо больше и т.д. и т.п. Но эти 4 кабеля держали на себе чуть не 5% мирового трафика. Это огромный массив информации, огромный массив данных. В настоящий момент происходит, ну, скажем так, происходит перенос площадок, перенос трафика, пытаются каким-то образом интернет-гиганты наладить интернет, но, к большому сожалению, тот же самый YouTube сейчас работает, ну, вот я смотрю изнутри на аккаунт, он работает, боже мой, да, без слез нельзя на это все смотреть. Некоторые ролики загружаются 2 раза, некоторые ролики вообще не загружаются. Потом загружаются, но никому не показывают, их никто, вообще никто не видит, то есть я сам захожу в свой аккаунт, и я их не вижу. То есть, ну, полный капец происходит. Видно, что, конечно, навредили нам капитально. Вот, видите, вот казалось бы, да, где находятся эти хасиды вместе с хуситами? От нас, черти где, очень далеко. А видите, как нагадили. Вот, будем надеяться, кстати, что успокоят. Ну, я имею в виду хуситов, чтобы они больше ерундой не занимались. Вот. Кстати, и большой привет тем в Америке. Вот видите, мир оказывается очень маленьким. И те, кто, вот, например, сегодня в Штатах думают, да, война в Украине, это черти где, нам вообще на это наплевать, война в Израиле, да это фиг знает где, плевать на все. Вот так вот, видите, плевать на все, а остались без, практически без интернета или без половины интернета. Вот. Так что шарик очень маленький, и я бы на месте сильных мира сего, в особенности вот Трампа, который говорит, что можно самоизолироваться на острове где-то там, да, остров назовем Америкой, и плевать на все, что происходит вокруг. Дело в том, что если ты плюнешь туда, то оттуда же все остальные плюнут назад, и ты утонешь. Вот в этом вся проблема. Это я Трампу сейчас, да? Вот. А нам, как прекрасно видим, вот такой манюсий, это же не весь Йемен, хуситам этим хасидным принадлежит только треть Йемена, а какие сделали проблемы, видите? Ну, понятно, что иранцы вместе с ними там это, точнее, все, может, даже вместо них делали. Но, тем не менее, какая разница? Видите, какие огромные проблемы из-за, казалось бы, региона, который находится вообще черти где, в забытом Богом месте. А мы не можем посмотреть в результате нормально Полонского.